Фестиваль «Хрустальный петушок» проводится на курорте уже 17 лет и стала одной из составляющих в жизни многих детей с инвалидностью. Они с нетерпением ждут его начала каждый год, чтобы вновь показать свои достижения широкой публике. Года подряд участие в фестивале принимает и 10-летний Егор Лузин. Каждое выступление, по словам мальчика, это преодоление барьера отчужденности, возможность на время забыть о своих недугах и добиться высоких результатов. Не так сложно с ним сражаться, но я думаю, что главное не победить, а главное участвовать. Я хочу себя показать, чтобы пообщаться с некоторыми ребятами и с ним познакомиться поближе. Для детей участие в фестивале действительно становится возможностью не только показать всем свои вокальные и танцевальные таланты, но и найти новых друзей. Кроме того, все участники получают приятные сюрпризы от организации «Лига женщин Мосдобра», соцзащиты и районной администрации. Ну а финалисты районных этапов выступают перед жителями и гостями курорта в рамках празднования Дня города. Концерт состоится 22 ноября. Уже с прошлого года ввели новшества. По всем районам отбирали номера для городского тура. И уже победители выявлялись в городском. А здесь они все награждаются дипломами участников. И из всех номеров отбираются лучшие для городского тура. То есть здесь нет сейчас победителей и побежденных. Районные туры уже прошли в Адлерском и Хостинском районах. А 31 октября жюри просмотрит выступление лазаревцев. Городской тур в этом году станет юбилейным. Он пройдет в пятый раз. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.